Нардеп Александр Онищенко просит провести судебно-психиатрическую экспертизу Татьяны Черновол. Он уже направил депутатское обращение генпрокурору и министру здравоохранения. Причиной для такого обращения стал вчерашний инцидент в городе Мироновка под Киевом. Там нардеп Черновол устроила скандал и драку в офисе компании «Надра Геоцентр», которая принадлежит Александру Онищенко. Фотографировала без разрешения финансовые документы и набросилась на сотрудницу. Затем, позднее, Черновол опубликовала статью, в которой обвиняет Онищенко в том, что он якобы пытается подмять под себя весь украинский рынок газодобычи. Сам Онищенко называет обвинения Татьяны Черновол в свой адрес абсурдными. Все ее обвинения – это абсурд, ложь. Эти акции против меня – это чисто давление со стороны ее боссов Пашинского, которые платят просто за это, чтобы она искала какие-то компроматы против меня. Как я могу влиять на какие-то нефтегазовые государственные предприятия, на НАК «Нефтегаз» или там, на «Укргаздобычу»? Сегодня кабинетом министра управляет Арсений Яценюк, и все назначения проводят там. Александр Онищенко не единственный, кто обеспокоен состоянием психического здоровья Татьяны Черновол. Галина Климович – это бывший старший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры, государственный советник юстиции 3-го класса. Она известна тем, что возглавляла следственную группу по делу об отравлении Виктора Ющенко и добровольно ушла в отставку после прихода куратором Рената Кузьмина. На своей странице в Facebook Климович интересуется, почему бы Татьяне Черновол не пройти обследование у психиатра, ведь ее адекватность вызывает серьезные сомнения.